Всем привет, меня зовут Илья, и сегодня я буду делать аркадный игровой автомат. Это гость из прошлого, славных 80-х годов и начала 90-х немножко. Аркадные залы были очень популярны в США и Японии, и частично автоматы можно было даже найти в универсамах страны Советов. Сейчас, понятное дело, таких монстров вытеснили портативные консоли и просто смартфоны. Но в те времена 15 копеек или 25 центов и аркада была пропуском в виртуальный мир. Русскому геймеру, скорее всего, как мне кажется, более близки аркады, точнее игры уже на денде, консоли третьего поколения, а не автоматы, в которые и поиграть-то удавалось не всегда, и ломались они часто, и большинство игр все-таки были не электронными играми, а полумеханическими развлечениями. Но это у нас. Поэтому остановимся на том, что я буду делать автомат с играми для Dendy, Sega и, собственно, с аркадными играми платформ вроде Neo Geo, Sega System, Konami, Namco и прочими, которые поддерживаются маме. Изначально видео я хотел назвать вроде «Игровой автомат из хлама», потому как в основе автомата лежала бы старая техника, а корпус сделан был бы из обрезков. Собственно, 7 лет назад я написал статью на Хабр, как сделать свой ретро-игровой центр на Raspberry Pi. По сути, рассуждал я, нужно к нему добавить корпус и подключить кнопки, с которыми мне было лень возиться в то время. Минимум вложений и максимум результата. Но в процессе работы над проектом оказалось, что раз уж делать, то нужно делать качественно, что будет не сильно бюджет, потому как готовые для сборки игровые автоматы и так можно взять и заказать на AliExpress, что более правильное решение, чем делать что-то сравнимое или даже хуже. Поэтому, раз уж взялся делать, то надо делать так, чтобы радовался глаз. Для начала, чтобы понять, как будет выглядеть автомат, я нарисовал 3D-модельку в SketchUp, постаравшись сохранить все размеры. Я буду делать автомат из двух частей, собственно, верхней части автомата, так называемого бартоп, который можно ставить на обычный стол и с комфортом играть, а также его достаточно удобно будет переносить и перевозить в случае необходимости. И второй части – ножик, который можно будет использовать в комплекте в стационарном виде. На поверхности натянул текстурки, чтобы понять, как будет выглядеть итоговый раскрашенный вариант. Корпус буду делать из деревянных мебельных щитов, но в принципе можно было бы использовать фанеру или МДФ. На мой взгляд, деревянные щиты более массивные и приятные в обработке, поэтому остановимся на них. Также делаем или находим шаблоны, с которых будем делать лекала для точной вырезки. Считаем, записываем все размеры и заказываем нужный метраж мебельных щитов, не забыв взять фурнитуру, уголки, шурупы и прочее. Также берем краску. Опять-таки тут можно было бы использовать уже окрашенные панели, благо черных всегда в избытке. Но это не наш случай, берем черной краски 2,5 литра и для кантов фуксию литр. Вообще для кантов лучше использовать ПВХ ленту, но я нужного насыщенного цвета не нашел, поэтому пока, по крайней мере, обойдемся просто краской. Для начала распаковываем щиты, снимаем пленку, размечаем аккуратно по рулетке размеры и режем. Я режу лобзиком, хотя лучше резать циркулярной пилой, а еще лучше на распиловочном станке. Но пока у меня такового нет, лучше стараться сделать ровный рез и брать мелкую пилку для прямого реза. Так резать дольше, но зато меньше нужно будет обрабатывать края напильником. Когда все заготовки нарезаны, можно брать шаблон и разметить изгиб боковых поверхностей. И вот тут теперь лобзик лучший друг. Берем пилку самыми мелкими зубьями для фигурного реза и аккуратно, не спеша, режем по контуру. Ну, собственно, и все. Дальше останется взять напильник или наждачку и, начиная с 40-80 зерна, отшкурить канты вплоть до 1000-2000 зерна. Поверхность должна быть гладкой. Теперь остается взять переднюю горизонтальную панель для кнопок и, опять-таки, используя шаблон, ее разметить. Можно шаблон приклеить малярным скотчем к заготовке и сверлить тонким сверлом по дереву центральное отверстие. Затем берем пировое сверло 24-25 мм и делаем отверстие для кнопок. Для каждого игрока будем делать по 6 кнопок. Для большинства игр этого хватит, хотя иногда делают и по 8. На мой взгляд, это избыточно, так как для игр для первой PlayStation все равно нужно минимум 10. И проще будет подключить отдельно геймпад. Для стиков делаем небольшие отверстия, немного больше, чем толщина стиков, но достаточные, чтобы стик свободно наклонялся. Я делаю отверстие в 14 мм перьевым сверлом, но со скрипом хватит и 10, как мне кажется. По такому же принципу делаем отверстие в передней вертикальной панели под кнопки добавления монет и Select, ну и для кнопки выключения заодно.
Когда все работы по дереву завершены, берем черную краску и красим снаружи и внутри. Я не использую антисептик. И так краска будет защищать дерево. Впрочем, внутри можно было бы и не красить для домашнего использования, но у меня есть одна идея, требующая этого, поэтому покрасим. Красим в несколько заходов со всех сторон. У меня на покраску в итоге ушло 4 дня. Краска густая, масляная, точнее алкидная, и сохнет пару дней. Если красить не в один слой, а в два, так поверхность будет более глянцевой, то это бы уже заняло 8 дней. Плюс, когда черная краска высохнет, красим канты аккуратно тонкой кистью, чтобы не запачкать свежепокрашенные боковины. Когда все-таки панели окончательно высохнут, можно приступать к сборке. Но давайте для начала о начинке. Что же касается электронной начинки, то ее сердцем, как и 7 лет назад, будет Raspberry Pi. В целом, для большинства игр сгодится самая первая ревизия малинки. Но годы использования показали, что старая версия не тянет большинство игр на маме. И было бы странным, если мы делаем аркадный автомат, что игры с автоматов на нем нельзя будет запустить. Ни Metal Slug, ни Garou, ни... Поэтому, раз уж я расширил бюджет, берем и заказываем 4-е поколение малинки, лучше с 4 или 8 гигабайтами памяти. А также в обязательном порядке берем радиатор и хороший блок питания, стабильно выдающий 3 ампера. На 4-й малинке должны уже запускаться и работать игры с PlayStation и Nintendo 64, а также, если уж и извращаться, то игры с ПК, через DOSBox или с CAMVM. Помимо Raspberry Pi заказываем на AliExpress еще набор аркадных кнопок. Я взял версию с кнопками с подсветкой, и они разноцветные. Но в самом деле вопрос только дизайна, вкуса и бюджета. Есть очень разные. Почти все кнопки имеют диаметр посадки 24 мм, поэтому те отверстия в деревянной панели, что мы сверлили раньше, должны идеально подойти. Выводить все будем на экран монитора. Наверное, можно было бы использовать какой-нибудь LCD-монитор с отношением сторон 4:3, но я решил не идти простым путем, а взять старый неработающий ноутбук и вытащить из него матрицу. Обидно все-таки, что вещь рабочая, экран отличный, а валяется уже лет 10 как. Вытащив матрицу из корпуса, можно посмотреть, что это за матрица такая стояла внутри. Теперь, чтобы ее как-то подключить к малинке, идем снова на AliExpress и заказываем LVDS-драйвер, предварительно прочитав в описании, плюс дополнительно спросив у продавца совместимость с матрицей. Драйвера бывают разные, отличающиеся не только совместимостью с матрицами, но и выходами. Мне нужно как минимум выход на HDMI и выход на динамики, лучше уж с усилителем. Китайцы вообще редко имеют нормальные мануалы и отвечают на необычные вопросы весьма туманно. Но в моем случае карта оказалась с 4-пиновым выходом по 2 1-ваттных динамика по 8 Ом каждый. И к тому же с весьма странным шагом гребенок. Обычно шаг гребенок 2 мм, тут же 1,5. Он же стандарт JST ZH 1,5. Ну, так или иначе, когда драйвер придет, подключаем к матрице и проверяем. Все должно работать, подсветка включится, а через пульт можно будет настроить изображение. Теперь заказываем еще и провод с разъемом под аудио, 2 1-ваттных динамика по 8 Ом. Не забываем взять аудиокабель, метра хватит. Заодно набрасываем в корзину 12-вольтовую светодиодную ленту, например, метр, и адаптер питания к ней для подсветки. Также попробуем сделать динамическую подсветку. Возьмем еще 5-вольтовую адресную ленту, метра 2 и адаптер питания к ней. Ну и по мелочи, кнопки, розетки, силовые кабели, можно двойной потенциометр для регулировки громкости. Еще можно взять 12-вольтовый кулер, чтобы совсем уж надежно охлаждать в жаркие дни нашу начинку. Пока все заказанное едет, нужно еще подготовить макеты для печати на пленке самоклейки. Подготавливаем изображение в формате 1:1, желательно используя максимально высокое разрешение, в идеале 250 пикселей на дюйм, но если меньше, то тоже сгодится. При моих 96 все принты в итоге оказались отличного качества. Идем на сайт типографии и делаем заказ. Я печатал на самоклейке с ламинированием. Ламинирование особенно важно для панели с кнопками, чтобы пленка меньше стиралась от рук. Ну и просто ламинация выглядит солиднее. Для верхней вывески желательно печатать на светопропускающей, транслюцентной пленке. Но мне несколько типографий отказались печатать такую маленькую деталь. А одна оставшаяся выставила ценник, сопоставимый за нее со всеми остальными вместе взятыми поверхностями. В итоге печатал тоже на обычной пленке с ламинацией и вышло тоже хорошо. Ну вы все сами увидите.
Когда придет вся электроника, собираем электрическую схему. Питание автомата от стандартных 220 вольт переменного тока. Затем ставим главный выключатель, я взял его с ключом. После ставим тройную розетку, в которую воткнем адаптер. Нам потребуется 4 адаптера. Один для малинки 5 вольт 3 ампера, один для экрана 12 вольт 4 ампера идет в комплекте с LVDS драйвером, а также 3-6 амперные 5 вольтовые блок питания под динамическую подсветку в зависимости от плотности диодов на метр. И последний 12-вольтовый блок питания под вентилятор и подсветку вывески. 1 ампера 15 ватт нам хватит. Теперь начинаем настраивать малинку. Скачиваем образ RetroPie, записываем его на флешку через Balin Etcher или Win32 Imager. Если используем Windows, конечно. Давайте вначале закончим с электрикой, поэтому займемся динамической подсветкой. В настройках Raspberry Config включаем SPI и SSH. Я до момента, пока не пришла электроника, не был уверен, что подсветка будет работать вместе с RetroPie. Поэтому я сознательно обошел стороной вопрос того, что под экран нужно выпилить окно в одном из щитов. До этого момента у меня была развилка. Если подсветки не будет, то нужно выпилить окно, равное размерам матрицы. Если все-таки она будет, то сделать окно на 5 см шире и выше, чем матрица, чтобы подсветку было видно по краям и достигался эффект глубины. Подключаем ленту к малинке к пинам 19 и 23. Это GPIO 10.11, MOSI SCLK соответственно. Обязательно соединяем с землей, чтобы не было мерцания. Плюс и минус землю. Ленты подключаем через быстрый коннектор к 5-вольтовому 4-амперному блоку питания. О софте. Итак, на выбор можно установить либо новый Hyperion NG, либо старый. Для старого нужно будет подправить инсталляционный скрипт, так как скрипт не знает о существовании Raspberry Pi 4, и нужно будет добавить в перечень железа нашей малинки по аналогии с 3. Другой разницы по сути с 3 и 4 малинками для работы Hyperion нет. Для нового Hyperion нужно будет его скачать и собрать самому. Плюс Hyperion NG в том, что настройками и самой подсветкой можно управлять прямо через веб-интерфейс. Собственно, задаем все настройки нашей светодиодной ленты. Для SK9822 указываем тип APA-102. Указываем количество диодов на сторонах, их направление, выставляем захват через Distman X, а также, если хотим, устанавливаем эффект при загрузке, пока не активен коде. Сохраняем и убеждаемся, что нужный конфиг сохранен в ETC. Проверяем, что сервис будет запускаться при старте через SysCTL. Перезапускаем малинку и убеждаемся, что все работает. Да, внимание, я поначалу почти час рвал на себе волосы из-за того, что граббер экрана постоянно выдавал ошибку. И это нормально. Даже если на экране малинки что-то оно должно быть, например, загрузилось Emulation Station, но все равно вы видите ошибку граббера, это нормально, если вы не подключили HDMI кабель. Собственно, подключаем матрицу и видим, что все должно заработать. Теперь можно идти и допиливать последний щит. В моем случае для 17-дюймовой матрицы размер 37 на 25 см увеличиваем до 42 на 30 размера окна. Матрицу устанавливаем на алюминиевый профиль. Сама RetroPie в целом не та, что 7 лет назад, и по сути все готово к работе под любой геймпад, кнопки и так далее. Собственно, об Emulation Station написаны десятки статей и гайдов, и большого смысла повторяться я не вижу. Настраиваем как больше нравится. Скачиваем, например, тему Cyberpunk, которая больше подойдет под дизайн автомата. Перекидываем образы игр с компьютера в соответствующие директории: игры NES в папку NES, Sega в Mega Drive, а игры под MAME в Arcade. Для MAME, правда, не забываем эту папку положить и биосы для игрушек нужных версий, иначе игры запускаться не будут. Биосы, например, берем с сайта Emulen. Чтобы было красиво, запускаем скраппер, который скачает описание и картинки в интерфейс. Также, что я хочу сделать, это добавить музыку в меню, а также видео скринсейвер. Для того, чтобы играла музыка в меню, устанавливаем пэк раз, два, три, в автостарт добавляем запуск музыки из каталога, создаем в Emulation Station файлы Run Command on Start и on End. Добавляем в них команды на паузу и продолжение музыки, а в Bash RC добавляем остановку плеера по выходу из Emulation Station. Ну и собственно копируем музыку в папку BGM. Для скринсейвера же в настройках Emulation Station включаем в видео скринсейверы, а в каком-нибудь файле конфигурации, например под Spectrum, к играм добавляем в параметр видео путь к видео для скринсейвера. Раньше видео можно было добавить в корень настроек, теперь только конкретно
конкретным играм. В принципе, без разницы каким, так как во время паузы будут проигрываться любые видео в случайном порядке. На старт автомата также устанавливаем видео сплэш-скрин. Когда придет пленка из типографии, обклеиваем нужные щиты аккуратно, не оставляя воздуха внутри, а разглаживаем мягким полотенцем. Лишнюю пленку обрезаем острым ножом и лезвием. Также обклеиваем контрольную панель, вырезаем отверстие под кнопки, ну и начинаем собирать всю конструкцию воедино. Я собираю все на уголках из 16-мм шурупа. Тут особо и рассказывать нечего. Берем шуруповерт и аккуратно соединяем все смежные поверхности. Прежде чем устанавливать панель под кнопки, размещаем кнопки на ней. Выкручиваем гайку, вставляем кнопку, закручиваем гайку, повторяем много раз. Затем берем провода и подключаем их к каждой кнопке. В моем случае кнопки идет 4 провода. 2 провода это плюс и минус на нажатие кнопки, и еще 2 это плюс и минус для подсветки. Собственно, подсоединяем к красной части плюс к черной минус. В другую сторону проводов вставляем 4-пиновый разъем. В целом без разницы в какие именно, так как все равно по итогу затем все настраивается через Emulation Station. Ну, скажем, вставляем в кнопки K1, K12, а Select и Start в свои разъемы. При включении малинки кнопки должны зажечься, но... Питается, пидорас. Не знаю уж как, полярность половины лампочек перепутана. А, ну да, об этом даже написано. Отличный способ снять с себя ответственность. Ну ничего, берем, переподключаем все негорящие кнопки, проверяем. Бля. Все провода и адаптеры внутри фиксируем скобами, проверяем, что все работает. Теперь под размер передней панели вырезаем оргстекло. Оргстекло очень хрупкое, поэтому режем его очень не спеша и аккуратно, например, ножовкой по металлу. Либо можно попробовать использовать пилку для лобзика специально для оргстекла, будет быстрее. Но тоже режем очень медленно и аккуратно. Под конец все равно угол у меня один треснул. Но это не страшно, он закроется вывеской. Ставим стекло на место. Я его просто прижимаю, но можно и при желании приклеить. Последними подключаем динамики и подсветку, которую устанавливаем под вывеску. Наклеиваем пленку на вывеску, фиксируем ее либо на клею, либо шурупами. Ну, собственно, и все. Автомат готов. Ну вот, она работает как-то так. Если это видео вам понравилось, то ставьте лайки и оставляйте комментарии. Если здесь впервые, то подписывайтесь на канал и бейте в колокол, чтобы не пропускать новые выходящие видео на канале. С вами был Илья, пока-пока.